отъебашил, короче, сейчас руки. Хочу сказать вот что. В моих видео очень много мат. В моих видео очень много правды. Очень много неприятных слов. Очень много триггерных слов, которые цепляют тебя. И поэтому, блядь, ты будешь всегда пытаться доебаться до меня. Тебе будет не нравиться моя лысина, тебе не будет нравиться моя борода, тебе не будет нравиться мой культурный код и мое поведение, и мои матерные слова. Но проблема не во мне, понимаешь? Проблема в том, что ты ловишь ресентимент. Какие-то слова мои, выражения, ты проецируешь на себя, но твой мозг отказывается работать над собой, и ты пытаешься оправдать в своих глазах себя, выдумывая встречные какие-то оскорбления в мою сторону. Причем здесь я, друг мой сердечный, если мы говорим о тебе. Так вот, следующий вопрос поступил от человека. Он, кстати, был вот в реале, вот только что, короче, бомбил руки. У меня здесь, это мой участок, а тут у меня, короче, дорога идет. Ну и чувак какой-то проезжает, притормаживает, такой смотрит, я здесь качаюсь. Я сейчас одел майку, короче, чтобы вас не смущать. Вот так я тренируюсь без майки, короче, шорты закатываю. Ну, как ебаный нудист. Получаю насыщение солнца. Ну, короче, кайфую, не похуй. И, короче, чувачок такой притормаживает. Он потом подходит, такой говорит: ну, дружище, говорит, ну, нормально так выглядишь, а что ты здесь качаешься? Я говорю: ну да, говорю, типа в зале там качаюсь. Пару месяцев в году, и то зимой. Не в кайф. Охуеть, говорит, а я уже, говорит, 6 лет в зал хожу. Ну, говорит, никаких результатов, типа, не достиг, но... Я говорю, ну да, по тебе, говорю, видно. Но, говорю, суть в том, что ты, блядь, 6 лет ходишь в зал ради того, чтобы ходить. А ты, говорю, попробуй в зал ходить ради того, чтобы получить результат. Понимаешь, да? И вот тогда-тогда тебе придется ебашить. Тогда тебя будут ебать собственные комплексы. Тогда ты будешь недоволен собой. И вот тогда начнут реальные результаты. Вот что я хочу вам сказать, друзья мои. Вот много людей пишут: я пробовала это, я пробовала то, но у меня не получилось. Это касаемо моих даже диет, которые я советовал в верхних видосах, если можете посмотреть, если интересно. Либо любых других диет, там, любых других способов и попытках похудеть, поменяться, бросить курить и так далее. Но что я могу тебе сказать, друг мой сердечный? Ты пробовал ради попытки, блядь. Только лузеры пробуют ради того, чтобы попробовать. Победители пробуют ради того, чтобы одержать победу. Запомни это и навсегда, и всегда себе это повторяй, что любая хуйня, которая пришла тебе в голову, и ты решил попробовать ее, ты ее пробуешь ради того, чтобы одержать победу, а не просто попробовать, если ты не лузер. Я решила попробовать похудеть. Нет, блядь, ты решила похудеть ради похудения, а не ради попытки. Я решил отказаться и попробовать отказаться от сигарет. Нет, блядь, ты решил отказаться от сигарет, чтобы отказаться от них, а не попробовать. Только неудачники пробуют ради попытки. Ты пробуешь ради того, чтобы одержать победу. Ты сражаешься сам с собой, чтобы, блядь, победить, а не просто, чтобы сражаться с самим собой. Смотри на себя и смотри, и рассматривай в себе конечную цель любых твоих совершенных действий. Не просто делать ради того, чтобы делать, а делать ради того, чтобы достичь. Не трать время впустую, друг мой. Ебашь, блядь. Если ты решил попробовать похудеть, то это уже не просто попытка. Это уже цель, которая должна быть достигнута тобой. На зубах, блядь, ползешь, если не можешь, если тебе тяжело. Ногти вырываешь, карабкаешься, но одерживаешь победу и результат, а не просто попытку. Запомни, блядь. Опять этот мудак бородатый матерится. Вот опять он, блядь, сидит такой вот. Причем тут я? Если сейчас опять ты ловишь ресентимент, наблюдая и прослушивая в моих словах неприятные выражения, неприятную правду, которую ты не хочешь слушать. Сколько раз ты пробовал похудеть? Сколько раз ты пробовал бросить то или это? Какого хуя? Ты еще не достиг того, что ты хотел, и сколько раз ты пробовал. А потому что ты пробовал ради попытки, а не ради завершения достигаемого результата, блядь. Попробуй и одержи победу. Попробуй похудеть, но не ради попытки и пробы, а ради того, чтобы реально достигнуть результат уже наконец-таки. Сколько ты можешь обманывать себя?
Сколько ты можешь наебывать себя и утешать постоянно какими-то оправданиями? Ну, это не мое. Я попробовал, не получил. Это не мое. Нет, друг мой. Ты, блядь, пробовал ради того, чтобы попробовать, а не ради того, чтобы достигнуть результата. И твой мозг даже думал так же. Поэтому тебя не бустил дофамином, потому что ты не рассматривал конечную цель в своих глазах и в своем восприятии. Подойди к своему зеркалу прямо сейчас, посмотри на себя. Представь себя в конечном результате. Вот к нему иди, к этой цели, блядь, а не просто попытка. Я как бы сейчас попробую похудеть, ну попробую. Нет, блядь, ты худеешь теперь только для того, чтобы одержать конечную цель. Ты достигаешь ее, а не ради попытки, блядь. Я хожу в зал 6 лет. Ты ходишь, потому что ради того, чтобы ходишь, блядь. Идиот, ебаный. Ой, опять он матерится. Да, я матерюсь матом, ребят. Да, мне так комфортно. Да, я быдло невоспитанное. Но вы смотрите не Киселева по телеку, понимаете? У вас есть право выбора переключить. И не смотреть. Вас же никто не заставляет меня смотреть, правильно? Правильно. Опять же, в моих словах нет никаких оскорбительных целей. Я просто говорю то, что реально на вас воздействует триггерным таким зацепом, так сказать. Неприятно слышать, неприятно меня слушать. Конечно, неприятно, друг мой. А ты представь, если ты сидишь, я сижу, вот мы рядом с тобой сидим, да? Ты попробовал? Ради того, чтобы достигнуть своей цели, а не ради попытки. Ты достиг свою цель, и вот ты сейчас сидишь рядом со мной. А тут рядом другие чуваки сидят, которые пробовали ради попытки. И мы с тобой вместе вещаем для них. Вы, блядь, ублюдки ебаные. Какого хуя вы еще не достигли то, что хотели? Тебя бы это цепляло, если бы ты реально достигнул бы цель? Нет, конечно. Потому что ты бы не проецировал на себя все мои слова. Потому что ты понимаешь, что ты пробовал ради того, чтобы достигнуть результата, а не ради того, чтобы попробовать. Ты не проебал впустую время. А мои слова могут цеплять только тех, кто реально видит. Видит свою проблему и просматривает сквозь призму вот моих вот этих выражений, таких острых там и так далее. Да. Да, друг мой сердечный. Пробуй ради того, чтобы получить реально ожидаемую конечную цель, а не ради попытки, блядь. Я буду постоянно тебе это повторять. Ты захотел похудеть, ты будешь худеть, а не просто хотеть, блядь. Ты достигнешь свою цель, ты сдержишься, ты выдержишь. Перестань бухать, употреблять наркотики, алкоголь, дрочить, мастурбировать, получать любые другие быстрые способы всплеска дофамина. Понимаешь, мы все с вами, да, ублюдки, которые привыкли получать очень быстро дофамин. Поэтому мы не можем с вами работать в долгую на результат. Мы хотим здесь и сейчас. Ну, такого не бывает, когда речь касаемо чего-то такого, что нужно работать в перспективу. Поэтому мы должны отучить свои рецепторы, получать что-то в быструю. Мы должны свой мозг переучить, что вот, чтобы получить всплеск дофамина, нужно работать в долгую. Нужно совершить какие-либо физические воздействия методом механических движений на свое тело, на свой образ жизни, на свой ритм жизни и так далее. Поэтому ставим реальные цели, которые реально достигнуть через полмесяца, не через 3 года, не через 5 лет. Это слишком дохуя. Даже я не смог бы выдержать, если бы ставил бы себе цели там на 5-10 лет. Это реально работает, да, кто-то может, но не мы, блядь. Мы с вами ублюдки, которые обжираемся сладостями, набиваем свое брюхо, лежим в эйфории. Вот кто мы такие. Поэтому мы ставим цели, которые реально достигнут в течение 2-3 недель. Достигаем их, получаем всплеск дофамина, двигаемся дальше, по чуть-чуть приучаем себя работать в долгую. Сначала у нас 2-3 недели результаты, мы ставим цель, достигаем их. Потом месяц, потом 2 и так далее. Тогда да, тогда мы приучаем себя как бы уже смотреть на себя в перспективе там на 2-3 года вперед. Но это на данный момент времени не будет работать. Вот поэтому у нас не получается. Поэтому мы не можем с вами выдержать, психологически настроить себя. Это можно говорить по-разному. Вот. Я доходчиво, надеюсь, объяснил. Мне